Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Mi LED TV P1 включить или же выключить функцию автоматического обновления каналов. Для этого берем наш пультик, с его помощью переходим в настройки, затем в раздел TV. И вот вторая у нас настройка, это функция автоматического обновления каналов, и здесь же можем ее переключать. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!